Нам столько вещей нужно собрать на море, как бы ничего не забыть. Мамуль, да ты главное деньги не забудь, тогда все остальное можно купить. Да, малыш Панки, ты прав, как всегда. Кажется, у меня телефон звонит. Алло, а это кто? А, здравствуйте, это Мария, а можно Панки к телефону? Здравствуй, Мария, а почему ты ему не звонишь? Да я звонила ему вчера весь день, но он трубку не берет. Да, странно, вообще-то он сейчас дома вещи собирает. А что, он куда-то уезжает? А мы всей семьей едем отдыхать на море, нам в аэропорт выезжать уже через полчаса. А вы можете передать Панке, чтобы он мне перезвонил, а то я уже начинаю думать, что он решил бросить меня. Ну что ты, Мария, конечно я ему передам. Ты не знаешь, что там у Панки с Марией произошло? Да, знаю, конечно. Мария, это уже в прошлом. У него сейчас другая девчонка. Как это другая? Панки, а ну-ка иди сюда, разговор есть. Мам, ну что такое? Я же вещи собираю. Панки, ты что, правда Марию бросить решил? Так, мы с ней уже 2 дня как расстались. У меня уже другая девушка. Как это другая? Так нельзя. Тем более Мария такая хорошая девушка. Мам, да ты просто ее не знаешь, какая она бывает. А ты уверен, что ты ту другую знаешь? Ну конечно, мам, с Кетти прикольная девчонка. Кстати, совсем забыл позвонить ей и сказать, что улетаю на море. Мам, да ты не переживай, у него классная девчонка, еще лучше, чем эта Мария. Зато Мария точно любит Панки, а кто это такая, я даже не знаю. Как же это так, я забыл с Кетти позвонить. Алло, привет, с Кетти. Привет, Панки, а я уже гуляю, давай тоже выходи. Ой, Скетти, а я сейчас улетаю. Мы едем на море отдыхать. Ну, понятно, Панки, я буду скучать по тебе. А Мария с тобой не летит случайно? Ну что ты, Скетти, мы же с ней уже расстались. Мы летим с мамой и братиком. Ну хорошо, Панки, с мамой я тебя отпускаю. Давай только скорее возвращайся. Вот было бы здорово с ним вместе отдохнуть где-нибудь. Ну ничего себе, вот это да! Оказывается, на канале Игрушки Лайф есть точно такой же Панки, как у нас. Только девушка у него какая-то не очень. Королева, ты прекрасна. Давай пойдем сегодня в кино. Там как раз романтика в стиле Лол идти будет. Я сегодня не могу. Позвоню Марии и скажу. Она будет просто в шоке, когда узнает. Кажется, Панки и не собирается мне перезванивать. Пока он будет на море отдыхать, мне вообще нет смысла из дома выходить. Ну кто там опять не звонит? Что непонятно, я не в настроении сегодня. Ой, а может быть это Панки? Надо ответить. Иду, иду. Алло, привет, Мария. Ой, Анжела, привет. Я вообще-то спала. А это ничего, ты сейчас проснешься, я тебе такое расскажу. Да? А что там у тебя? Ты не представляешь, я тут зашла на другой канал, Игрушки Лайф называется, и там есть точно такой же Панки, как у нас. Не может быть, такой Панки, как у нас, один-единственный. Да нет же, я сама вижу, тут твой Панки дарит цветы какой-то королеве. Слушай, Анжела, а ты посмотри, пожалуйста, где находится этот канал. Так, ну тут написано, что они живут в Америке, в Калифорнии. Слушай, Анжела, скинь, пожалуйста, мне точный адрес. Я срочно уезжаю в Америку. У меня появился просто гениальный план, как поссорить с Кетти и Панки. И заодно посмотрю, как живут девочки на других каналах. Надо мне только переодеться во что-то очень стильное. Интересно, и зачем это Марии еще с одним Панки знакомиться? Ей что, одного мало? Ну все, я готова, мне нужно поторапливаться. Самолет уже скоро улетает. Ой, как же я люблю такие незапланированные поездки. И пусть Панки на море отдыхает, я ничем не хуже время проведу. Надеюсь, на канале Игрушки Лайф нету этой рыжей скейтер-гёрл. Эх, хорошо отдыхать. Можно и покупаться, и позагорать, и даже рыбу половить. Давай, 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 тянись. Оп. Ну ничего себе, какую рыбу я поймал. Жалко, что Скетти ее не увидит. Сейчас еще чуть-чуть поплаваем и в тенек пойдем. Нельзя долго на солнце находиться. Ух ты, какую рыбу Панки поймал. Ты давай тоже к берегу плыви, а я пойду помогу ему рыбу приготовить. Эй, мам, зачем еще эту рыбу готовить? Мы же хотели в кафе пойти. Ну,
наконец-то долетела. Ну и забрался этот второй Панки далеко. Ну ничего, главное, чтобы мой план сработал. Осталось только найти этот канал Игрушки Лайф. Ух ты, какой домик симпатичный, у нас такого нету. Скажу всем, что я журналистка и делаю репортаж. Здравствуйте, подскажите, это здесь Панки живет? Конечно здесь, а ты кто такая? Меня зовут Мария, очень приятно. А я Королева, тебе зачем наш Панки нужен? А я журналистка, пишу статью, на нашем канале ваш Панки очень популярный. А я популярная? Может быть, и обо мне напишете? Да, конечно, и вы популярны. Но сейчас я готовлю репортаж о Панке. Где я могу его найти? Панки сейчас нет дома, но ты можешь подождать его на кухне. Пошли, я тебя проведу. Ну хорошо, спасибо. А вы не знаете, когда он придет? Да, он уже скоро придет. Но только имей в виду, Панки это мой поклонник. Даже не думай ему глазки строить. Ну что вы, мне нужно всего лишь сделать с ним несколько фотографий, и я сразу уеду. Только долго не задерживайся. Интересно, тут все такие негостеприимные. Привет, ты что, у нас новенькая? Скейтергёрл, и ты тоже здесь. А что, мы разве знакомы? Нет, мы не знакомы, но я много о тебе слышала. Правда? Я не думала, что я такая популярная. Да уж, на нашем канале о тебе все только и говорят. А что ты сидишь здесь одна? Пошли в бассейн, там уже Скрибл купается. О, у вас и Скрибл есть? Ну надо же, какая удача! Я сделаю просто нереально классные фотографии. А ты сможешь мне со Скриблом попозировать? Да могу, конечно, мы же со Скрибби хорошие друзья. Отлично, давай только купальники оденем, так прикольнее получится. Скрибл, ты слышал, к нам какая-то журналистка приехала? Нет, не слышал. А зачем она к нам приехала? Говорят, она хочет сделать фото всех самых популярных лол. Ух ты, круто! Интересно, а я популярный или нет? Ну если тебя тоже будут фототь, значит популярный. Всем привет. Скрибл, нас сейчас с тобой будут фотографировать. Ух ты, и меня тоже. Так, ребята, мне нужны ваши фото для журнала. И чем ближе вы друг к другу будете, тем лучше. А зачем это еще нужно? Ну, чтобы все узнали, как здорово живут куклы на канале Игрушки Лайф. Ну, конечно, мы сделаем все, что нужно. Ну, тогда можно начинать. Скрибл, ты можешь шепнуть на ушко с Кейти что-нибудь? Да, могу, конечно. Кейти, странная какая-то эта репортерша. Да, отлично получается. Давайте еще покажите, какие вы дружные ребята. Снимки просто супер. Получилось даже лучше, чем я ожидала. Спасибо вам большое. Всем привет. Кто здесь меня искал? Ой, Панки. А меня зовут Мария. Я журналистка с канала «Веселые игрушки». Вот приехала специально сюда, чтобы сделать о тебе репортаж. Что, правда что ли? Ну, ничего себе. Да, я готов. Говори, что нужно делать. Да, нужно просто фотографироваться и все. Да, не вопрос. А можно мы еще сделаем несколько селфи вместе? Ну, конечно, можно. Чего бы это мне не сфотографироваться с симпатичной девушкой? Тогда давай сделаем совместное фото в бассейне. А ничего, если я поближе к тебе пододвинусь? Ух ты, смотри, неплохо получилось, да? Да, отличные фотки. Да, то, что нужно. Ну, спасибо тебе за фотосессию, Панки. А я пойду отправлю фотографии в редакцию. Эх, хорошо все-таки отдыхать. И погодка сегодня замечательная. Эй, Панки, иди с нами и искупнись. Нет, мамуль, я лучше позагораю. Ну, ничего себе, это что, мне столько сообщений пришло? Какой-то номер незнакомый прислал. Интересно, что здесь? Что? Кейти и Скрибл? Нормально они время без меня проводят. А говорила еще, что скучать будет. А Скрибл, как он мог? Он же мой лучший друг. И как ему только не стыдно мою девушку обнимать. Какой-то дом дорогой с бассейном. Похоже, они только и ждали, чтобы я уехал. Мамуль, у меня тут непредвиденные обстоятельства. Мне нужно срочно домой уехать. Как это домой? Ничего не знаю, я никуда не поеду. Мне нужно разобраться, что там происходит. Там моя девушка с моим другом вместе отдыхает. Так вот оно что, а я тебе говорила, не нужно Марию бросать. Вот Мария бы себе такого никогда не позволила. Если хочешь, то езжай сам, а мы с малышом Панки будем отдыхать. Ну как хотите, я тогда один поеду. Все равно мой отдых уже испорчен. Не, ну это же надо с Кейти и Скрибл вместе там без меня.
Ой, кажется, мне сообщение на почту пришло. Так, посмотрим, что здесь. Какие-то фотографии с незнакомого адреса. Что? Оказывается, Панки с Марией отдыхать поехал. А я-то поверила, что он бросил ее и поехал с мамой отдыхать. Не понимаю, зачем ему нужно было устраивать весь этот цирк? И почему он сразу мне не сказал, что хочет с ней встречаться? Надо позвонить ему, может быть, он мне объяснит, что происходит. Ну вот, похоже, Скейти вспомнила про меня. Думает, я ничего не знаю. И как у нее еще хватает совести мне звонить? Ну вот, как я и думала, Панки трубку не берет. Ну конечно, ему сейчас не до меня. Он же там сейчас с Марией развлекается. Видеть его больше не хочу. И как я только могла ему поверить? Ну наконец-то я домой вернулась. Главное, чтобы моя поездка в Америку на канал Игрушки Лайф не была напрасной. Интересно, Панки получил мои фотографии Скрибла и Скейти с другого канала? Ну вот я и дома. Осталось только разобраться, почему Скрибл и Скейти без меня вместе отдыхали. И что это за фотографии, где Скрибл на них мою девушку обнимает? Времени терять нельзя. Нужно скорее домой вернуться. Ведь никто даже не знает, что я летала на другой канал, где есть точно такие же куклы Лол. Не могу поверить. Эти фотографии просто не выходят из головы. И как только Скейти и Скрибл могли так поступить со мной? Эх, лучше бы я вообще никуда не уезжал. А я-то думал, что у нас со Скейти все серьезно. Извините, вы собираетесь уходить? Самолет уже пустой, и я не могу выйти, пока вы тут сидите. Ой, в самом деле, уже нет никого. Извини, я просто задумался. Ну надо же, а? Это что со мной происходит? Какой-то странный он. Ну ладно, не буду делать выводы раньше времени. Сначала нужно во всем разобраться. Теперь самое главное, чтобы никто не узнал, что я летала в Америку. А то вдруг еще Панки поймет, что это я все подстроила. Мария, а ты что здесь делаешь? Ой, Панки, привет! Как же я рада тебя видеть! А ты почему трубку не берешь, когда я тебе звоню? А у меня причина была. А ты что, улетаешь куда-то? Или наоборот, прилетела? А я тебя встречаю. Ведь приятно же, да, когда кто-то встречает тебя. А тебе что, моя мама сказала, что я прилетаю? Ну да, да, действительно, мама твоя сказала. Ну, спасибо тебе, конечно, что встретила меня, но у меня сейчас куча дел нерешенных. Мне нужно побыть одному. Ой, Панки, а мне так нужно поговорить с тобой и все обсудить. Я сейчас никак не могу, Мария. Ты позвони мне чуть попозже, и мы с тобой поговорим, хорошо? Ну, хорошо, я тебе через пару часов обязательно перезвоню. И почему я такая невезучая? И как только Панки мог так поступить со мной? Сказал, что едет с мамой на море, а сам с Марией отдыхает. Если бы не эти фотографии, я бы так никогда правду и не узнала. И как теперь мне перестать думать о нем? Скейти, а что у тебя случилось? Ты почему плачешь? Ничего я не плачу, у меня все хорошо. Да? Наверное, мне просто показалось, что ты плакала. Ты, кстати, не знаешь, куда Панки подевался? А он что, тебе ничего не рассказывал? Панки улетел на море отдыхать. Правда? Ну надо же, он мне даже ничего не сказал. А с кем он отдыхает? Лучше не спрашивай меня, Скрибл. Он обманул меня в очередной раз, а я поверила. О чем ты, Скейти? Объясни мне, я ничего не понимаю. Да он сказал мне, что едет с мамой и с братиком на море, а сам с Марией отдыхает. Да с чего ты это взяла? У меня фотографии есть, как они там с Марией вместе в бассейне купаются. Странно, на Панки это не похоже. Вот сейчас найду Скейти или Скрибла, и пускай они мне все объяснят, что это были за фотографии. Может быть, это какое-то недоразумение, вот и все. А вот и Скейти со Скриблом. Интересно, почему они вдвоем и о чем они там говорят? Слушай, Скейти, я думаю, тебе не нужно расстраиваться. Я точно знаю, что ты больше ему нравишься, чем эта Мария. Я тоже так думала, Скрибл, но отдыхать он поехал с ней, а не со мной. Ну, не расстраивайся, Скейти. Я думаю, этому есть какое-то объяснение. Может быть, это вообще старые фотографии. Они же встречались раньше. Ты так думаешь? Ну, там так все совпало. Панки как раз на море отдыхает. И там фотографии с отдыха. А ты покажи мне эти фотографии. Может быть, я смогу понять, когда они были сделаны. Да как только у них совести хватает стоять в обнимку здесь посреди улицы. Значит, все-таки
все-таки я был прав. И все, что на этих фотографиях, это действительно правда. Даже говорить с ними не хочу после этого. Да, Скрибл, ты прав. Нужно, чтобы ты сам посмотрел эти фотографии. Ты же все о Панке знаешь. Ну, конечно, Скитти. У тебя фотографии с собой? Нет, они у меня дома в компьютере. Давай я быстро сбегаю, закачаю их на телефон. Ну, хорошо. Ты тогда иди домой, фотографии закачивай. А я буду ждать тебя во дворе. Надеюсь, Скрибл прав, и это действительно старые фотографии. Лучше бы я вообще их не видела. Иногда правда бывает слишком жестокая. Может быть, мама была права, не нужно было мне Марию бросать. Мария бы никогда меня ни на кого не променяла. Тем более бы не стала встречаться с моим лучшим другом. Наверное, это Мария звонит. Я даже не знаю, что ей ответить. Я же думал, что мы расстались. Я же уже со Скитти встречаться начал. Но неужели он мне опять не ответит? Ну же, Панки, возьми трубку. Алло, привет, Мария, еще раз. Ой, Панки, я уже думала, ты опять не ответишь. Ну, мы же с тобой договорились попозже созвониться. Как бы я не ответил? Панки, мне нужно поговорить с тобой о наших отношениях. Только давай не по телефону. Может быть, мы встретимся где-нибудь? Да, Мария, мне тоже нужно поговорить с тобой. Пошли в кафе, посидим, поболтаем. У меня как раз мамы дома нет, ей совсем нечего. Хорошо, Панки, я согласна. Тогда встречаемся в кафе через 10 минут. Кажется, все идет по плану. Нужно, чтобы Панки так разозлился на эту рыжую, чтобы вообще перестал думать о ней. Так, ну вот, сейчас закачаю фотографии и покажу их Скриблу. Думаю, на маленьком экране телефона ему все понятно будет. Не брать же мне с собой ноутбук. Ну что, Скитти, так долго ходит? Я уже проголодался. Скрибла, я уже все фотографии скопировала в телефон. Отлично, Скитти. Пойдем в кафе посидим, посмотрим фотки и заодно перекусим чего-нибудь. Да, перекусить не помешает, а то я из-за этого стресса со вчерашнего дня ничего не ела. Ты что, Скитти, так нельзя. Пойдем быстрее покушаем в кафе. Уверен, что твой аппетит сейчас вернется к тебе. Только бы ты был прав, Скрибл. Панки, у нас сейчас сложный период в отношениях. Давай мы не будем торопиться и во всем разберемся. Да, Мария, я вообще-то думал, что наши отношения уже закончены. А я так не думала, мы просто поругались, такое у всех бывает. Я даже не знаю, что тебе и сказать, Мария. Я уже со Скитти встречаться начал. Ты же мне этого все равно не простишь никогда. Нет, Панки, я прощу тебя. Если только ты забудешь эту Скитти, то я тоже про нее забуду. Ты извини, Мария, но я не хочу тебе врать. Мне Скитти больше нравится. Но ведь она ничем не лучше меня, Панки. Тебе только так кажется. Да, не лучше, это точно. Это кажется странным, но я начинаю подозревать, что она со Скриблом встречается втайне от меня. Ну ничего себе, я бы тебя никогда ни на кого не променяла. Ну, может быть, я ошибаюсь, я еще не говорил с ними об этом. Ух ты, как нам повезло, Скитти, тут даже столики свободные есть. Это хорошо, Скрибл, а то у меня уже нет сил еще куда-то идти. Да ты не переживай, Скитти, я уверен, что сейчас все прояснится, и к тебе вернутся и силы, и аппетит тоже. Да, спасибо тебе, Скрибл, ты такой замечательный друг. Скитти, Скрибл... Да как вы только можете приходить сюда вдвоем? Панки, а ты что здесь делаешь? Ты же должен на море отдыхать сейчас. Я что-то уже ничего не понимаю. Что вообще происходит? Я тоже ничего не понимаю. И зачем я только вообще с тобой познакомился? Да, Панки, похоже, ты был прав насчет Скрибла и Скейтер Гёрл. Они действительно встречаются. Как ты могла прийти в кафе с моим лучшим другом, когда мы с тобой сюда вместе ходили? Да что с тобой, Панки? Объясни нам, что происходит. И почему вообще ты с Марией в кафе сидишь? Да я вообще теперь ничего вам не обязан объяснять. Видеть вас больше не могу. А мы тут заказ заказали и так не успели ничего поесть. Вы можете скушать все. Приятного аппетита. Что-то, Скитти, я вообще ничего не понял. Я просто в шоке, Скрибл. Он сидел тут с ней в кафе, а мы еще виноваты остались. И как я могла ему верить? Похоже, он обманывает меня с самого начала. Не понимаю, зачем Скрибл так хотел, чтобы я со Скитти встречался, если тут же увел ее у меня? И какой он друг после этого?
А с Кити, как она могла на это повестись? Панки, да ты не расстраивайся так. Может быть, ты еще помиришься со Скриблом? Мне даже не верится, Мария, что я с тобой это обсуждаю. Ведь если бы не с Кити, мы бы и не расстались с тобой. А ты еще поддерживаешь меня. Да, Панки, я представляю, как ты сейчас разочарован. Я хоть и не люблю эту рыжую, но даже мне было противно на это смотреть. Это так низко встречаться за твоей спиной. Да, такого я от Скрибла не ожидал. Ладно, девчонки, им вообще верить нельзя. Но ведь Скрибл, он же мой лучший друг. А что ты сейчас собираешься делать? Я не знаю, Мария, я запутался. Мне даже поговорить об этом не с кем. Ну, поговори со мной, я все пойму, я тебе точно говорю. Да, Мария, похоже, что ты единственный человек, которому я могу доверять. И как только я думал расстаться с тобой. Так может, мы забудем обо всем и снова вместе будем, как раньше? Да, забыть обо всем, по-моему, это единственное, что мне сейчас поможет. И что это мне Скрибл звонит? Он что, думает, я стану с ним разговаривать после того, как он с моей девушкой встречаться начал? Да я вообще трубку не возьму. Что же Панки трубку не берет? Не понимаю, с чего это он на меня обозлился? Что я ему сделал? Похоже, что придется идти к нему домой и разбираться во всем. Там-то он точно поговорит со мной. Куда ему деваться? Интересно, а это кто ко мне пришел? Я никого не жду. Привет, Панки, ты что трубку не берешь? Сколько можно тебе звонить? Да я вообще с тобой разговаривать не собирался. Уходи, Скрибл, не хочу я больше с тобой общаться. А я никуда не уйду. Я буду здесь сидеть, пока ты не объяснишь, что произошло. Так, как будто ты сам не знаешь. Вот, смотри, у меня есть фотографии, на которых ты со Скетти вместе отдыхаешь. Что, думаешь, я не знаю ничего? Ты что, Панки, какие еще фотографии? Мы со Скетти вообще ни разу нигде не были. Это, наверное, какая-то ошибка. Ой, а откуда у тебя это? Да какая разница откуда? Главное, что на этих фотографиях ты со Скетти вместе. Но это не я, Панки, честное слово. Как это не ты, когда ты? Нет, то есть на фотографиях я. Но ведь этого не было, Панки. Может быть, это кто-то похожий на меня? Ну да, и где бы Скетти нашла кого-нибудь похожего на тебя? Я что-то других Скриблов не припомню. Да ты подожди, Панки, может быть, это и не Скетти совсем. На, забери свой телефон, эти фотографии, они не настоящие. Ну да, конечно, фотографии не настоящие, ты не настоящий, Скетти не настоящие. А что же тогда на самом деле происходит? Я не знаю, Панки, что на самом деле, но ты лучше расскажи, почему ты на море с Марией поехал, а Скетти сказал, что поехал с мамой. Ты что, Скрибл, как раз-то я на море с мамой поехал, Марию я уже потом встретил в аэропорту. Но у Скетти есть фотографии, на которых ты с Марией отдыхаешь. Да что за глупости? Может быть, это вообще старые фотки? Да, но только получила их с Скетти, как раз когда ты на море уехал. Знал бы ты, как она расстроилась. Ну да, Скетти получила какие-то фотки, и ты сразу решил утешить ее, да? Да мы просто с ней в кафе пошли, чтобы фотки посмотреть. И там как раз и встретили тебя и Марию. А то, что у тебя в телефоне, этого вообще не было. Ну и что там за фотографии с Марией? Покажи мне, если это правда. А у меня их нету, они у Скетти в телефоне. Я сейчас позвоню ей, и она мне фотки вышлет. Подожди, одну секундочку. Алло, привет, Скетти. Привет, Скрибл. А ты что хотел? Слушай, Скетти, а ты можешь выслать мне фотографии, на которых Панки с Марией вместе? Зачем, Скрибл? Это уже не важно совсем. Да я тебе потом все объясню. Ты просто пришли мне их и все. Да я эти фотографии уже давно удалила с телефона. Зачем мне на это смотреть? Как это удалила, Скетти? А может быть, в компьютере остались? В компьютере еще остались, но вот вернусь домой и тоже все удалю. Нет, Скетти, подожди, ты только не делай этого. Ну вот, трубку бросила. Да потому что нет никаких фотографий, потому что я не отдыхал с Марией, понятно тебе? Да я тебе докажу, что они есть. Наверное, кто-то специально решил поссорить тебя со Скетти. Мне главное нужно успеть, пока Скетти домой не пришла, фотки не удалила. Да можешь не торопиться, Скрибл, все равно я тебе не верю. Да что же это получается? Все друг на друга обиделись, никто ни с кем разговаривать не хочет. А я здесь при чем? Придется как-то раздобыть ноутбук Скетти, чтобы Панки фотки показать. Да, входите. Привет, Скейтербой. А меня тут Скетти прислала, чтобы я взял ее ноутбук. Странно, она мне ничего не говорила. Да она просто занята сейчас, и ноутбук нужен ей очень срочно.
Я так понимаю, это как раз вот этот ноутбук. Скажешь Кете, что я через часик его назад принесу. Что значит «скажешь Кете»? А он что, разве сейчас не к ней идет? Ой, братишка, ну и денек сегодня, как же я устала. Опять этот Панки тебе нервы портит. Забыла бы ты уже о нем поскорей. Ты прав, братишка, от этого Панки у меня одни проблемы. Ой, а где же мой ноутбук? Так Скрибл понес его тебе. Ты что, разве его не встретила? Нет, не встретила. Наверное, мы с ним разминулись. Но этот Скрибл никак не успокоится. Чё-то я ничего не понимаю. Что происходит? Ну вот, Панки, смотри, что я принес. Это ноутбук Скетти. Пришлось пойти на хитрость, чтобы его раздобыть. Скрибл, ты что, стащил у Скетти ноутбук? Да я не стащил, Панки. Я сейчас покажу тебе фотки и верну его. Сейчас только фотографии нужно найти. Так, а вот как раз и фоточки. Ой, Панки, а что это у тебя такие смешные трусы? Ой, Скрибл, а это не я. Я вообще не знаю, кто на этой фотографии. Я в это время на море отдыхал. Там не было такого бассейна. Панки, а тебе не кажется странным, что фотки со Скетти и со мной были сделаны точно в таком же бассейне? Действительно, наверное, где-то есть наши двойники. И кто-то сфотографировал их и случайно отправил фотки не туда. Что-то, Панки, я не думаю, что это случайно произошло. О чем ты, Скрибл? Да мне что-то кажется, что это Мария постаралась, чтобы вас со Скетти поссорить. А я сейчас скопирую эти фотографии на телефон и спрошу у Марии, что это за фотки. Интересно, что она мне скажет? Сейчас только позвоню, узнаю, где она. Ой, Панки, привет. Привет, Мария, мне нужно переговорить с тобой. Скажи, ты сейчас дома? Да, я дома. А что, что-то случилось? Да, это долго объяснять, я к тебе сейчас приду. Ты, главное, никуда не уходи. Ну хорошо, приходи, конечно, а то я так соскучилась. Я представляю, Скрибл, как Скетти расстроилась, когда это увидела. Но ведь этого не было на самом деле. Так и у нас со Скетти ничего не было. Теперь ты мне веришь? Да как теперь в такое не поверить, Скрибл? Вот уж не думал, что Мария на такое способна. Пойду скажу ей, что я все знаю. Ну все, с Панки помирились, осталось только ноутбук Скетти вернуть. Алло, Скетти, ты выйди, пожалуйста, во двор, я тебе ноутбук вынесу. А то что-то не хочу я с твоим братом встречаться. Интересно, о чем это Панки хотел со мной поговорить? Надеюсь, он не заподозрил, что это я все подстроила. Но в любом случае, я ни за что ему не скажу, что это я эти фотографии сделала. Он все равно этого никак не докажет. Откуда ему знать, что есть другие каналы, где есть точно такие же куклы Лол? Ну а вот как раз и Панки пришел. Иду, иду. Сейчас открою. Ой, Панки, как же я рада тебя видеть. Мария, объясни мне, что это за фотографии, на которых мы с тобой вместе? Ведь этого не было на самом деле. Какие еще фотографии? Я ничего не знаю. О чем ты, Панки? Не притворяйся, Мария. Посмотри, вот эти фотографии. На них ты и кто-то очень похожи на меня. Действительно похожи. А кто это с тобой? Эта девушка так похожа на меня. Ты что, хочешь сказать, что это не ты? Нет, конечно, Панки. Если это не ты, то и не я тоже. А кто тогда это, по-твоему? Кому нужно было делать такие фотографии? Я не знаю, Панки. Наверное, это какая-то ошибка, вот и все. Слишком странная ошибка. Посмотри, у меня еще есть точно такие же фотографии, на которых Скетти и Скрибл в этом же бассейне. Ой, действительно, Скетти и Скрибл вместе в бассейне. Но на самом деле этого не было. Это все подстроено, ты понимаешь? Нет, ничего не понимаю. Так что, ты хочешь сказать, что это не ты сделала? Нет, Панки, ты что? Я бы такое никогда не сделала. Ну ладно, Мария, но в любом случае, мне нужно теперь со Скетти помириться. Я представляю, как она теперь переживает. Ты что, Панки, а как же я? У нас с тобой только все начало налаживаться. Так ведь мы с тобой расстались уже. А то, что произошло вчера, это было недоразумение. Зря мы вообще вчера в кафе ходили. Теперь даже не знаю, как мне Скетти все это объяснить. Панки, подожди, не уходи. Я же так старалась, чтобы мы были вместе. Неужели все это было зря? И что мне еще сделать, чтобы он наконец-то забыл эту рыжую? Надеюсь, когда Скетти узнает, что я Панки все объяснил, она не будет обижаться, что я взял ноутбук без спроса. Скрибл, как ты мог прийти ко мне домой и взять мой ноутбук? Еще и брату что-то там сказал, что это я попросила. Да ты не обижайся, Скетти. Мы зато с Панки все выяснили, как было на самом деле. Мне это уже не интересно, Скрибл. Я вчера сама видела, как Панки с Марией в кафе ходили. Нет, Скетти, да ты не понимаешь. Просто у Панки есть точно такие же фотографии, на которых мы с тобой вместе. Ты представляешь? Что за глупости, Скрибл? Такое даже представить невозможно.
А вот и Панки идет. Он сейчас сам тебе все объяснит. Ой, Скетти, привет. Как хорошо, что мы здесь все вместе. Нам нужно столько всего обсудить. Я даже разговаривать с тобой не хочу, Панки. С тех пор, как мы стали встречаться, у меня только одни проблемы с тобой. Нет, Скетти, ты не понимаешь. На этих фотографиях это был не я. Я тебе точно говорю. Я в самом деле с мамой на море отдыхать поехал. Ты мне еще скажи, что вчера в кафе с Марией это был не ты. Я вас видела там вдвоем своими глазами. Нет, в кафе это был я, но я-то был обижен на тебя. Я-то думал, что вы со Скриблом вместе. Ну да, и так всегда теперь будет. Обиделся на меня без причины и сразу к своей Марии побежал. И почему ты вдруг решил, что я прощу тебя после этого? Эй, Скетти, подожди, ты забыла свой ноутбук. Ну вот, кажется, она сильно обиделась на меня. Да ты не переживай, Панки, вы обязательно помиритесь. Ты как раз отнеси ей ноутбук домой, там и поговорите наедине. Ты прав, Скрибл, отнесу сейчас ей домой ноутбук, заодно и поговорим. Только я теперь даже не знаю, что ей сказать, чтобы она простила меня. Ну, этого я тоже не знаю. Ты просто расскажи ей все, как было. Ну, или придумай что-нибудь. Ребята, может быть, вы мне посоветуете, что мне сказать Скетти, чтобы она меня простила? А если вам понравилась эта серия, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал «Веселые игрушки». Только на колокольчик нажать не забудьте, чтобы не пропустить премьеру нового видео.